Привет всем, вы на канале Старт Тесла, с вами Виктор. Сегодня расскажу вам, как разобрать батарею с Tesla Model 3. И подскажу, как можно сделать ключик, головку под болтики, потому что тут болтики такие замудренные. Так, ну что, для того чтобы ее разобрать, сначала надо снять крышку вот этого купола. Вот так. Сюда тоже нужен спецключик такой. Так, снимаем крышку. Вот. Потом чтобы для дальнейшего разбора нужно снять первый патрон. Вот этот. Потому что тут очень много вольт. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Так. Вольт. Когда вы первый патрон раскрутите, вот он, тут два болта, их нужно открутить и вытянуть. Ну, я уже его открутил, просто вытяну. Вот такой он. Он целый. Если бы был не целый, вот эти тут 4 модуля, она бы не показывала такой бы вольтаж. Так, ну что, когда первый патрон вытянули, тогда уже можно вырезать. Ну, вернее, отрезать крышку, вот эту верхнюю, как я уже показывал, таким, самое лучшее, шпателем. Сейчас покажу, как. Сильно глубоко загонять тоже не надо. Главное, ну, подточить тоже, конечно. Ну, каким-то таким, вот так. О, просто что он гнется. Если будете покупать шпатель такой, то берите такой, чтобы более гнулся хорошо. Ему удобно вот этот подъем тут везде вырезать. Ну, такой эластичный. Вот. Обрежем всю крышку. Ну, вот эти все болты, которые сверху, тоже повыкручивать. Я уже повыкручивал. Вот. Ну и начинаем снимать вот это все. Если вы разберете, будете собирать, то лучше фотографируйте, где как что стояло, чтобы потом голову не ломать. Так.
оно вот здесь внизу прикручено. Вот тут, знаете, эти завеси. Открутить два болта. И можно вот так вот это все. И потом рассоединять. Так. Когда вот это крутите, вот здесь вот тоже я открутил. Ну и так запоминайте, где что стоит. И все это откручиваем, снимаем. И потом тут раскручивать, я думаю, ума сильно много не надо. Она запомнит, как оно все стояло. Тут еще есть нюансы такие. Я их вам чуть-чуть позже покажу, когда раскручу вот это, чтобы ваше время не занимать лишнее. Покажу, где есть такие спрятанные болтики, которые надо будет открутить. И чтобы рассоединить верхнюю крышку от нижней, тут есть снизу, где контакты соединяются, батарея. Покажу, как их снимать, потому что они там снимаются замудренно. В общем, то, что легкое, я думаю, вы сами поймете, как его раскрутить. А нюансы я вам чуть-чуть покажу попозже, когда вот это все разберем. Вот. Так что начнем разбирать.